Сценка на день отца. Сейчас придет папа. Друзья, сейчас собираемся и выходим. Нас уже ждут в гостях. Эй, Илья, привет, я дома. Здравствуй, Сережа. Привет, сынок. Привет, папа. Привет, бабуля. Папа. Ого, какие у меня большие. Саша, выпадут глаза. Привет, папа. Привет, привет. Я не понял, вы что еще не собрались? Готовы, готовы, Сережа, я еще там погладила. Твои родственники уже обзвонились. Саша, дядя Вася встретил. Я уже одета, мама. Саша, ты вот пришел, ты 3 дня уже ходишь. 3 дня и 3 года. Так, или ты одеваешься, или мы никуда не идем. Да блин! Катюша, а ты кого ждешь? Я шапку потеряла. Вот ты и растяпа. На 5 последняя будет. Я ее одену. Не надо ее одевать, она уже большая, пусть сама одевается. Я ее одену, как быстрее будет. Что бабка ее одевает? Быстрее будет. Юля, я не понял, я что, опять в рубашке буду? Ну да, что? Я всю неделю в рубашках хожу, на выходных тоже в рубашке буду. Дай мне футболку, или где моя кофта зеленая? Сережа, что, издеваешься? Ты хочешь моей сестре в старой кофте поехать? Я же живу сразу в халате, если ты же моя сестра, можешь в халате поехать. Я не хочу одевать собаки, они для девочек. Все, ты взял, что они для девочек. Ты что, не видишь, они же девчачьи. Сереж, скажи, какие-то сапоги. Нормальные сапоги. Они для девочек. Саш, скажи, какие-то сапоги. Да нормально, девчачьи сапоги. Да не хочу я их одевать, они для девочек. Либо одеваешь, либо остаешься дома, я все сказал. Катюша готова. Вот молодец, Катюша, быстрее всех оделась. Папа, нормально мне этот пол? Нормально. Папа сказал, нормально. Вы что, издеваетесь? Давайте тогда спортивный штанат поеду. Погладить? Мама, все, я никуда не еду. Сын, ну надень что-нибудь другое. Видишь, истерика. Мне жарко. Потому что ты вонючка. Вонючка, обзывай. Слушай, не обзывайся. Кому-нибудь что-нибудь погладить? Мама, да я все уже погладила. Иди собирайся. Я так пойду. Сними ты эту шаль. Что ты себе бабку-то делаешь? Мне неудобно. Нет, давайте мы в гости приедем и скажем. Здравствуйте, мы все в шалях. Сережа, ты готов? Я-то готов, ты-то чего не одеваешься? Нечего надеть. Ты вчера говорила, некуда вешать, сегодня уже нечего одеть. Нормально нет, футболка. Так, иди сказала, одень рубаху. Все, я сажусь в почту смотреть. Вижу, ты никуда не едешь, Сережа, да? Вот он, наша дружная семья уехала. С днём отца! Ура!